Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня у меня небольшой праздник. Удалось выцарапать немножко запчастей на радиостанцию R625 Пихта. В частности, вот такие вот разъемы. Один, к сожалению, без корпуса. Дроссели, трансформаторы, контуры. Это мой помощник Дурик, который мне активно помогает разбирать все эти запчасти. Дурик, отойди. В общем, станция, судя по всему, была новая. По внешнему виду можно судить. Панели практически не поцарапанные, свежая краска. Вот, к сожалению, все, что осталось от данной станции. Досталась вот такая вот крышка, закрывающая переднюю панель. Тоже в достаточно сносном состоянии. Все, в общем-то, более-менее. Так, Дурик, перемещайся. Что бросилось в глаза? Станция была экспортный вариант. Как мы видим, все надписи выполнены на английском языке. Такие станции поставлялись в Индию, во Вьетнам, много еще куда, в общем. Пользовались достаточной популярностью. Варварские повредили переднюю панель. Вырезали болгаркой. Все, что осталось. То есть буквально кнопочки, лампочки и знакосинтезирующие индикаторы. Их не сняли, потому что они не позолочены. Когда снимали микроамперметр, по нему тоже проехались болгаркой, вот как мы видим. Сейчас мы его даже вставим сюда. Вот он, след пропила. Вот такая, в общем, история. Кстати, табло вот это, оно тоже на английском языке. Сейчас я его подсвечу изнутри. Как-нибудь так сейчас расположим. Вот как мы видим, все надписи на английском. В общем, вот такие вот пироги. Ну, естественно, удалось спасти немножко КМ-ок с интересными номиналами. Достаточно редкими. Есть вот, правда, эти дэшки 33 нанофарады, но я больше акцентировал внимание на таких конденсаторах, как 1000 пикофарад с ТКЕ М75, 3,9 нанофарады тоже с тем же ТКЕ, вот даже П33 с положительным ТКЕ 470 пикофарад. Ножки, конечно, откусаны очень коротко, но припаяться можно. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно оставляйте свои комментарии. Как говорится, оставайтесь на нашем канале, будет еще продолжение. Всем спасибо за внимание. 73.